Смотрите сегодня в Вестнике Северодвинска. В городе началась выдача сертификатов молодым семьям. Этот год обещает стать рекордным по количеству новоселов. В списке 134 семьи. Экс-мэр поселка Коныша признан виновным в домогательстве к подчиненной. Подробности громкого дела в рубрике «Протокол». Люблю, не бью. Севердвинск высказал протест против насилия над детьми. Люди старшего поколения учатся работе на планшете. Уроки ведут их сверстники. Сегодня в России празднуется День работника дошкольного образования. Севердвинск тоже не остался в стороне. Воспитатели поздравили первые лица города и области. Об этих и других темах более подробно сегодня в 19:00 на канале ГТРК.